Работали в интерьере. Вот. И Анастасия написала
на крыльце Морозовской дачи. Вот это котел. И приехала она и в следующем году. И вот в результате нашего такого общения было решено провести ее персональную выставку. Вот. Вообще-то Анастасия у вас основной своей профессии художник, но художник-реставратор ремберной живописи. И она наша коллега, музейщик тоже, работает в Объединенном музее-заповеднике в Москве, в который входит музей усадьба Коломенская и Измайлова и Люблино. Да, Измайлова и Люблино. Это большое очень объединение музейное. Активная работа ведется. И, тем не менее, Анастасия находит время не только заниматься своей, собственно, прямой работой, реставрацией, но она еще активно занимается творчеством. И нам очень приятно, что ее выставка открывается именно у нас в музее. Персональных выставок пока художника было немного, наверное, в городе Фрианове, вернее, в усадьбе Фрианова была в прошлом году, была выставка, а вот теперь у нас здесь в Обнинске. Но все большие художники начинают с таких маленьких выставок. Вот, и мы очень надеемся, что это послужит толчком к дальнейшему творческому развитию Анастасии Мереховой. Вот. Мы поздравляем вас с открытием этой выставки и на память хотим подарить книгу о нашем Обнинске. Вот теперь у нас много гостей на выставке и приехали также гости из Протвино. Вот. Кто хочет сказать пару слов? Давайте я скажу. Да. Федор Побелов. Да. Замечательный художник. У него выставка уже была в нашем музее. Ну, я Настю давно знаю еще с художественной школы. Ну, что хочу сказать. Интересная выставка. Я даже не ожидал, что много-много работ я не видел этих работ, они тут так смотрятся. Ну, они вроде бы такие сдержанные, ну, а тут они смотрятся вроде сдержанные, в то же время цветно. Вот как-то так, мне нравится сам сюжет, потому что они близки к архитектуре, портреты домов и натюрморты, не просто цветочки. Да, всякие рыбины какие-то, кактусы. Я обычно знаю. Да, и, конечно, я всегда приветствую, что Настя в Союз художников вступила недавно. Это нужно, если хочешь развиваться как художник. И приветствую выставки. Это, я считаю, для художника, для любого, который работает, надо показываться, надо показывать. И сам это тоже стараюсь активно делать и приветствую, потому что только таким способом можно о себе как-то заявить и свою точку зрения высказывать. Только выставками. Это сейчас много еще всяких там интернет-площадок тоже они, я считаю, нужны для художников. Но выставки, тем более в таком месте сделать выставку в Обнинске, это дорогого стоит, я считаю, это хорошее очень место. Кто-то только не выставлялся из великих. Так что я, когда я здесь сделал выставку, я был очень счастлив. Поэтому я тебя поздравляю, я считаю, что выставка. Спасибо. Дальше. Добрый вечер всем. Помимо того, что сказал Федор, хотелось бы еще одну такую вещь отметить, что Анастасия всю неделю работает, так как она занимает определенную должность, занимается административными делами.
занимается непосредственно своей реставрацией. Плюс она еще наставник. Она повышает квалификацию других реставраторов, которые приезжают со всей России. То есть представляете, насколько насыщенный и тяжелый график работы. И вот после этой недели, этого труда, человек в выходные посвящает еще и творчеству. То есть ходит на этюды, проходит эти километры дорог, ищет. И поэтому это уникально, на мой взгляд. Просто поэтому поздравляю, что открытие у тебя состоялось этой выставки. Вот. И хочу еще всех поздравить нас, потому что мы видим эти работы, на мой взгляд, потрясающие работы очень хорошего художника. Поэтому поздравляю еще раз. Я хочу представить, это сын моего, скажем, наставника, учителя по художественной школе Николая Матвеевича Станиславского, нашего скульптора-монументалиста, который сам скульптор, наш общий друг с Федором и со всеми другими художниками, преподает скульптуру в художественной школе. Спасибо. Можно я скажу парочку слов тоже? Так как мы здесь гости, у нас скульптуры у нас мало, вместе с Настей Коротко мы все представляем не только Настю, но и сам город. В прекрасном городе Гомель. Я рада, что горожане увидят эту выставку, познакомиться с Анастасией, с ее работами. Вот вы сказали, ночь в музее отмечается. Ночь в музее отмечается, вы приглашаете людей на ночь в музее, а есть люди, которые жизнь в искусстве проводят. Да, не одну только ночь, а всю эту жизнь. Это как раз то, что сказал Павел. Да, служит искусству всячески, и как реставратор сохраняет традиции, и как художник, говоря свое слово, мне кажется, это прекрасные работы, этюды просто, наверное, вкусноты, натюрморты. И мне кажется, я здесь вижу такие вот диалоги с великими, которые всегда являются нашими спутниками, великие люди в искусстве. И я вижу здесь какие-то отголоски и разговоры с ними. Спасибо большое, я очень рада. Поздравляю всех зрителей, кто пришел сегодня, кто придет еще. Ольга Алексеевна, позвольте представить директор художественной школы Ольга Алексеевна Клюшникова. Протвинская художественная школа. Я бы, наверное, хотела еще сама сказать. Во-первых, поблагодарить руководство музея и лице Людмилы Борисовны, потому что это настолько теплый человек, и у нас так сложилось хорошо общение, что человек сразу заметил и предложил в прошлом году выставку. Представляете, вот это год ожидания, это интересный момент. Заодно я успела очень много написать, в том числе вот в сентябре была в Крыму в отпуске и дополнила выставку новыми этюдами. То есть все-таки есть какой-то рост, работа, постепенность, да, кроме своей основной работы, которая занимает уйму времени и большую часть жизни. И, скажем, работа – это моя любовь, но все-таки не происходит какого-то такого застоя, а наоборот, происходит выплеск, и очень хочется искать, ходить даже вот в снега на Новый год, там я что-то пишу, лезу по сугробам, или что-то увижу в своем родном музее и тоже пишу, или какие-то впечатления, или иду в художественную школу и пишу какой-то натюрморт, иду через речку Фортвину, пишу этюды, ну и так далее. То есть вот мои эмоции, наверное, по большей части отражены в живописи. Даже не на работе, которая довольно скрупулезная, ответственная, а вот именно выплеск какой-то происходит в этой живописи. Вот желаю всем приятного просмотра и спасибо за приезд. И можно два слова? Мы вообще лично так знакомы чисто визуально. И я не художник, и вообще никакого к этому отношения не имею. Очень хорошие работы, мне тоже очень нравится. В течение года я часто был на других вернисажах и так далее, где представлены Анастасии работы, очень замечательные. Значит, я хочу, во-первых, поздравить. Все очень хорошо, я уже третий раз на этой висит уже сколько недель, значит, я только хочу сказать одно. Значит, нужно не обязательно, чтобы она периодически выставлялась. Самое главное, наверное, это тяжело по сравнению. В силу того, что было только что сказано, но обязательно, чтобы она показала работу реставрационную.
пусть хотя бы на фотографиях, как выглядело то, как, с чего начинали, ну и, может быть, там привезет одну-две работы, как каков результат реставрации. Это очень-очень интересно. Да, у нас планируется и для художественной школы я обязательно сделаю где-то, наверное, два стенда, чтобы показать свою... Ну, некоторые в Протвино приедут, да, но не все приедут в Протвино, поэтому, значит, я понимаю, что то, что сказали, вы занятый человек, тем более педагог, тем более наставник, это всегда действительно тяжело и сложно. Но вот все-таки, когда будет следующая выставка, вот, пожалуйста, хоть какую-то одну работу сделайте так, чтобы наши жители, все, кто посещает нашу галерею, вот, посмотрели вот именно эту сторону, потому что она чрезвычайно интересная, чрезвычайно ценная, чрезвычайно важная. Всего вам. Спасибо. После этой выставки не закончится, и может быть действительно хорошая идея в дальнейшем как-то провести встречу такую в реставрации. Все-таки спасибо. А в Крыму вы что-то написали? Да, конечно. А здесь свежие работы вот на том столбе. Вот эти этюды. Горы, с тыквой. Да. Горы. В основном небольшие этюды, потому что переносить очень тяжело. А ветры не писали? А ветры нет. Ветры? Я в той стороне в этот раз не была. Была в судах вокруг Феодосии. Вот эта часть. Ну и была горка. Спасибо всем, приглашаю в зал, спасибо, 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 спас